Здравствуйте, в студии Максим Морозов и новости из области. В ближайшие минуты вы узнаете о самых важных и интересных событиях нашего региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства третьей взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Шереметьево. Работы ведутся в соответствии с программой подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и от графика не отстают. Общая площадь здания нового терминала составит 109 тысяч квадратных метров. Расчетно-пропускная способность будет около 20 миллионов пассажиров в год. Во время проведения крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января в Подмосковье было задействовано почти 3,5 тысячи спасателей, а также 870 единиц специальной техники. В 2017 году было оборудовано 279 купелей. Это на 80 больше, чем в 2016. Глава региона Андрей Воробьев вручил ключи от 12 квартир в новостройках города Котельники. Новое жилье получили семьи, проживавшие ранее в аварийных домах около Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском. Квартиры с муниципальным ремонтом семьи въедут в первой половине 2017 года. Жители и гости города Котельники принимают активное участие в проекте «Мегапереработка», который посвящен раздельному сбору отходов. За прошедший год было собрано более 7 тонн пластика и 10 тонн картона. В 2017 году торговый центр «Мега Белая Дача» и администрация города Котельники продолжают акцию и призывают внести свой вклад в сохранение чистоты Подмосковья. В 2016 году наибольшее число поездок по карте «Стрелка» совершили пассажиры «Люберец» на маршруте 501. Картой оплачено более 3 миллионов поездок. Также в пятерку самых популярных маршрутов попали два лыткаринских – номер 22 и 348. По ним было совершено более 2 миллионов поездок. В 2017 году у станции московского метро откроется 6 новых перехватывающих парковок, сообщил глава департамента транспорта Максим Лексутов. До конца года будут открыты вторая перехватывающая парковка у метро «Пятницкое шоссе» и рядом с метро «Котельники», которая станет самой вместительной из новых парковок на целых 500 автомобилей. На этом у нас все. Это были новости из области. До встречи!